Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Главный штаб Эрмитажа. Работа Вернера Шольца. Проститутка. 1929 год. Картон масла. Поступление. 1948 год. Из Государственного музея нового западного искусства. Приобретена у Альфреда Куреллы в 1929 году. Вернер Шольц – представитель второго поколения немецкого экспрессионизма. Как современник Джорджа Гросса и Отто Дикса, он изображал жизнь большого города. Этот город – Берлин. Его мощные картины показывают людей в их экзистенциальном одиночестве и невзгодах. После того, как национал-социалисты подвергли его остракизму как дегенеративного художника, в 1939 году он удалился в тирольскую горную деревню Альпах, где и жил до самой смерти. Умер он в 1982 году. Картина «Проститутка» или «Пара». В 1917 году после тяжелого ранения солдату Шольцу ампутировали левую руку, как многие художники. Прошедший через горнило Первой мировой войны, он особенно остро воспринимал социальные контрасты Берлина 1920-х годов. Так написано к анонсу этой картины. Пока-пока, до свидания. Работа Вернера Шольца «Проститутка» или «Пара», 1929 год.